По-стахановски отметили этот день работницы Смоленского льнокомбината. По 2-3 станка сверх нормы обслуживали ткачихи. Комсомолка Людмила Гапонченкова на 10 станках вместо 7 показала самую высокую производительность труда. Между молодыми работницами развернулось соревнование за победу на субботнике. В 2 раза больше тканей, чем обычно, выработала за смену Татьяна Багулинская. И не было для молодых ткачих большей награды, чем увидеть свои имена среди победителей «Красной субботы».